Внимание! Наш канал «Нужный медицинский» есть теперь на Яндекс.Дзен. Ссылка в описании под роликом. Наш канал «Нужный медицинский» продолжает серию роликов на тему копеечных, но крайне полезных медицинских препаратов, поэтому обязательно подпишитесь. Облепиховое масло является мощным природным антиоксидантом, которое укрепляет иммунную систему и повышает тонус организма. Оно отлично заживляет ожоги, раны и ссадины, обморожения и пролежни. Облепиховое масло останавливает развитие бактерий и микробов, что позволяет использовать его в послеоперационном восстановлении. Устраняет морщины, убирает пигментные пятна, улучшает состояние волос, ресниц, бровей и кожи. Также масло ярких ягод отлично заживляет трудноизлечимые раны и оказывает благотворное воздействие на глаза, лечит конъюнктивит, лучевые повреждения роговицы. Нельзя пренебрегать облепиховым маслом при простуде, а также больным сахарным диабетом и ожирением. Кроме того, масло облепихи обладает желчегонным противовоспалительным, антибактериальным, обезболивающим и онкопротекторным эффектом. Чем еще может быть полезно облепиховое масло? Регулярное употребление масла облепихи нормализует уровень кислотности желудочного сока, активизирует функции поджелудочной железы, улучшает работу кишечника и липидный обмен в печени. Целебное масло помогает при гастрите, запорах, колитах, язве желудка и препятствует образованию камней в почках и геморроя. Приводит в норму артериальное давление и свертываемость крови, предотвращает развитие воспалительных процессов, укрепляет стенки кровеносных сосудов и снижает холестерин. Облепиховое масло считается отличным профилактическим средством, и его рекомендуется употреблять для лечения атеросклероза и ишемической болезни сердца. Предотвращает инфаркт, инсульт и образование тромбов. Восстанавливает организм при отравлении спиртосодержащими напитками. За счет иммуностимулирующих свойств помогает справиться с гайморитом, насморком и другими простудными заболеваниями. Заживляет эрозивные язвы в полости рта, вызванные стоматитом. Масло применяется в комплексной терапии для лечения пародонтоза и пульпита. Перед применением убедитесь, что вам не противопоказано это средство, в описании под роликом ниже. А чтобы о нем не забыть, сохраните это видео и обязательно поделитесь с друзьями. Спасибо за ваши лайки, комментарии и, конечно, подписку на полезный канал.